Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про можливість приватизації банківського сектору та впровадження ринку землі. З нами економічний експерт Михайло Крапивко. Пане Михайле, я вас вітаю. Власне, перше питання. Буквально на днях в Офісі Президента висловили таку думку, що можливо будуть приватизовані всі державні банки, або можливо всі. Наскільки є це доцільним і наскільки це є можливим? Ну, это не новый тезис. Каждая власть всегда говорила о том, что она обязательно приватизирует государственные банки, потому что в банковской сфере, как бы по мнению демократической Европы и Америки, не должно быть серьезного государственного присутствия. А у нас после приватизации Приватбанка практически государственный сектор банковский стал превалирующим. При этом, ну, что об этом говорить, уже на сегодня такой же реприватизированный в свое время Укргазбанк, уже доля передана Европейскому банку, там 20% их присутствия, то есть процесс приватизации уже идет. Поэтому, ну, говорить здесь не о чем, это, скажем, государство приобретает банки, спасая их, спасая вкладчиков, когда банки банкротятся, а потом оздоравливать и должно их распродать. Государственным во всех странах есть один вид банка. Это экспортно-импортный банк, как правило, он является государственным. У нас тоже есть такой еще со старых времен Укрексимбанк. Это банк, который должен быть специализированным для финансирования экспортно-импортных операций. Ну, а власне, яка банківська система є більш ефективною з врахуванням досвіду? Це державні банки чи це приватні банки? Ну, згадаємо, не таку давню нашу історію, фактично був один державний банк. Ну, не було у нас ніколи одного державного. Ну, був головний державний банк, да, і таке чи... Навіть в Совєтському Союзі всі банки були державні, але це не був один банк. Були спеціалізовані банки. Тот же Укрексімбанк був. Тот же Стройбанк был Укрсоцбанк, Соцбанк и так далее. Они специализировались по направлениям финансирования. Их функцией было финансирование того или иного вида операций. Я вам отвечу на этот вопрос так. Самым эффективным является конкурентный рынок, когда на рынке есть реальная конкуренция. И тогда неважно, игроки государственной формы собственности или частной. Есть конкурентные условия, которые создают, скажем так, справедливую стоимость денег в данном случае, потому что и справедливая стоимость банковской услуги. И, на мой взгляд, абсолютно не важно, какую долю там будет занимать та или иная часть собственности, важно, чтобы эта доля не давала возможности какого-то монопольного сговора или картельного сговора на рынке банковских услуг. И тогда все будет нормально и все будет хорошо. А чи були приклад таких картелів? Ну, они у нас, как говорится, в разных сферах регулярно. Посмотрите на те же заправки основные сети и как они синхронно поднимают цену. Ну, это не доказано, что это картельный сговор, потому что этим должен заниматься антимонопольный комитет, но признаки налице. Так, ну, власне, антимонопольний комітет, на вашу думку, ефективно виконує свої функції? По моєму мнению, антимонопольний комітет взагалі не виконує свої функції. Ну, прошедшие 27 лет он их не выполнял. Единственная функция, которую он выполнял эффективно, это давало разрешение на слияние и поглощение, то есть на концентрацию рынка. Но все его попытки расследовать конкурентные действия, они как-то не увенчивались успехом. Даже те штрафы, что он выписывал, обжаловались в судах, и здесь было очень грустно все. И это, кстати, одна из причин того, что за 27 лет строительства рыночной экономики в Украине, рыночная экономика в классике так и не построена. Это сегодня экономика монополистов. То есть каждая отрасль имеет несколько ключевых игроков, которые задают правила игры для всех остальных.
Ну от давайте від цього відштовхнемося і глобальне питання задам. Чи можливо в Україні побудова нормальної ринкової економіки? І що це таке, власне, нормальна ринкова економіка? Можливо, і дуже цього хочеться, і будемо сподіватися, що нова влада, яка роздала стільки кредитов, получила стільки кредитів довіри і роздала стільки векселей на перестройку, що вона хоча б отчасти це зробить. Что такое нормальная рыночная экономика? Это прежде всего, вот давайте посмотрим на структуру субъектов экономики. Да? У нас практически 10-12% крупных игроков являются, имеют долю 90% в содержании бюджета, то есть все налоги. Но это, наверное, не совсем правильно. А остальные 90% мелких субъектов, 10% во всех налогах в поступлениях. Так кто содержит бюджет, тот и заказывает, как говорится, музыку. Хотя на самом деле все не совсем так, потому что львиную долю во всех поступлениях несет не субъект хозяйства, не гражданин. Налоги на доходы физических лиц и единый социальный взнос, они зависят от гражданина, от работника. Но у нас почему-то их привыкли приписывать крупным игрокам. И на этом основании пытаются сказать, что мелкий бизнес у нас вообще ничего не стоит, и нечего с ним считаться, и вообще вот надо как-то все еще более монополизировать. На самом деле смысл этой монополизации очень простой. Чем меньше игроков на рынке, тем легче с ними о чем-то договариваться, и тем легче им диктовать условия. На самом деле, вот если мы посмотрим по западным странам, по Западной Европе, то доля малого бизнеса, микробизнеса и малого бизнеса и в ВВП, и в доходах бюджета там составляет не менее 60%. И это нормальная такая конкурентная среда. При этом, если опять же обратить внимание на за океан, на Соединенные Штаты Америки, у них даже существует закон, который обязывает крупные корпорации привлекать не менее определенной доли выполнения работ субъекты малого и среднего бизнеса. И это тоже нормально. За счет этого строится малый бизнес, за счет малого бизнеса создается средний класс, а средний класс является вот тем самым стержнем, на котором держится демократический режим, если это можно так сказать, ну или демократическое устройство государства, если культурнее это выразить. Ну, дивіться, щодо олігархічної моделі економіки, назвемо ну, це так. Ну, так, у нас капіталістичний олігархічний капіталізм. Так, це характерно для пострадянських держав? Так, це характерно для всіх постсовєтських стран, для всіх молодих демократій. А чому так складається, на вашу думку? Ну, тому що у нас від влади так і не відійшла стара партійно-совєтська еліта. Они успели вовремя прибрать активы к рукам, они выстраивали законы, они были много лет в законодательных и исполнительной власти ключом, и они выстроили правила игры, удобные им. Ломать эти правила будет тяжело и больно, будет опасно, но тем не менее без этого не обойдемся, другого пути нет, это придется пройти. Ну, давайте повернемось до нашої основної теми. Це, власне, приватизація банківського сектору, про що заявили в Офісі Президента. На вашу думку, чи можливе повернення Приватбанку до колишніх власників? Це Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський. Все можливо. Вопрос, нужно ли оно їм, во-первых. Во-вторых, что такое приватизация? Понимаете, приватизация у нас проходит как-то оригинальным способом всегда. Ну, давайте вспомним самую красивую на сегодняшний день пока историю реприватизации с последующей приватизацией. Это Криворожсталь. Да? Угу. У одного собственника отобрали за 10 копеек, объявили аукцион и продали очень дорого другому собственнику. Но задается вопрос, а кого ж пустили на аукцион? А пустили очень узкий круг лиц. Только тех, кто работает уже в этой отрасли металлургии, у кого есть там куча соответствующих опытов, предприятий уже во владении и так далее. Что мы строим? Опять же, вертикально интегрированный олигархизм. Если говорить о Приватбанке, я думаю, что, во-первых, он прежним собственникам и не нужен уже в этом виде, он не интересен. Они создали этот бизнес, они раскрутили, они из него взяли все, что могли взять. Дальше тянуть этот воз его неинтересно. Если мы будем искать опять, вот как для Укргазбанка, какой-то банк, чтобы он его поглотил, втянул в свою сеть,
Наверное, в чем-то есть смысл в этом, но это не совсем правильно. Приватбанк является акционерным обществом. И, на мой взгляд, самое правильное распределение капитала было бы это выпустить на свободный рынок ценные бумаги, акции Приватбанка и постараться сделать так, чтобы не было какого-то одного ведущего собственника, а все-таки банком бы управляло как можно, владело как можно больше группа лиц, и они бы уже брали под отчет и руководство банка, и создавали бы органы, которые надо, наглядовую раду и так далее. И таким образом, это было бы как бы более демократично сделано. Но, может быть, на данном этапе это и опасно, потому что это несет свои опасения, потому что захватив, там, скупив 5-3%, 10% акций, можно уже лоббировать назначение своего руководства и иметь банк в своих интересах. А защита миноритарного собственника, акционера у нас пока не сильно поставлена. Есть с этим определенные проблемы. И мы это знаем потому, вот кто поучаствовал в приватизации 90-х, там получил 1-2 пакета акций, они практически уже все убедились, что ни на какие решения, ни на что они не влияют. Влияет тот, кто скупил какой-то блокирующий пакет и больше, ему больше покупать не надо. Он и принимает решение о том, что не выплачивать дивиденды, там, зарплаты руководству, куда направлять деньги и так далее. Ну, якщо ми вже згадали про таку фігуру, як Ігор Коломойський, і ви вважаєте, що, можливо, Приватбанк йому не потрібен, за рахунок яких економічних важелів він може залишатись такою же впливовою фігурою, таким же олігархом? Саме економічних, зараз не про політику. Опять же, банк не являлся серйозним економічним рычагом. Если так уж говорить. Банк – это был хороший розничный бизнес, который приносил хорошие доходы. Это был политический рычаг, извините, я без этого не могу здесь обойтись. Но тем не менее, как мы видим по всей информации, которая всплыла после реприватизации или национализации, точнее, банк финансировал только бизнес-империю Коломойского в основном. А вот основное влияние ему как раз и приносила бизнес-империя. И бизнес-империя пока осталась у него и у Боголюбова в руках. То есть им принадлежат Азоты, Коксахим, авиакомпании и так далее. Это достаточно хороший рычаг, и без банка здесь они вполне нормально себя чувствуют. Банк им нужен будет только в одном случае, если они опять решат за счет дешевых кредитов, привлеченных средств, дофинансировать свой бизнес более выгодно. Но опять же, если посмотреть на наши законодательные на функции органов надзора, в том числе Нацбанка, он должен следить, чтобы не было никаких льготных условий для собственников и того, что ассоциируется с собственниками. В этом случае, если Нацбанк будет работать правильно, он не интересен собственникам. Им дешевле будет взять кредит в другой сети, чем своей. Все крупные олигархические бизнесы, они строились с банками, и банки играли даже не роль банков как таковых, а роль казначейств внутри групп. И мы их называли, и законом оно прописано, как финансово-промышленные группы. Ну, оно, эта структура и сохранится, но, смотрите, давайте разделим банковскую систему на две части. Первая часть, та, которая занимается розницей, то есть работает с клиентами, зарабатывает на клиентах, зарабатывает на гражданах, обеспечивает их финансирование и так далее. И банки ФПГ, которые сугубо являются казначействами группы, их надо просто разделить. Это одно, это другое. Это разные бизнесы абсолютно. И разная степень доходности. Ну от візьмемо найпотужнішу на сьогоднішній день економіку світу – це Сполучені Штати, Федеральна резервна система. Є фактично приватною установою. І єдиною моделлю в світі. Чи можлива така ситуація з Національним банком України? Ні, невозможно. Чому? Ну, ніхто в світі не повторив модель ФРС. Ніхто. И я не верю, что Украина сможет повторить, и Украине это невыгодно, потому что система ФРС, она не печатает деньги просто так, по указанию. То есть, чтобы занять у ФРС деньги, надо какие-то бумаги выпустить на рынок, как-то их разместить, и лишь потом под это выпечатать. А государство в системе, вот как американская, это система постоянных рычагов и противовесов. ФРС и отделено от государства
для того, чтобы государство не могло создавать искусственную инфляцию и не имитировать лишних денег. Вот и все. Эту систему никто не повторяет. Почему? Потому что каждое государство хочет влиять на деньги. Ну, а така система є ефективною з врахуванням того, що ми знаємо, що зовнішній борг Сполучених Штатів фактично це мільярди, мільярди, ну навіть трильйони. Ну і що? Ну і що? Ну і що? Хто їм пред'явив? Ні, ну, по факту останні ніхто. Адміністрації Трампа, Обами в меншому ступені намагаються з цим якось боротися. Ні, не адміністрації намагаються боротися, а Конгрес намагається боротися. І адміністрації Обами, і адміністрації Трампа було дуже тяжело протягувати додаткові заимствования, тому що Конгрес не хотів йти на це. Это как раз и есть один из рычагов. Но при этом ни по звонку Обамы, ни по звонку Трампа никто не печатал доллары, потому что система выстроена так. Но это единственная система в мире, и поэтому, извините, американский доллар был, есть и будет единым мерилом всех валют. Повернемось до наших реалій. В офісі президента Зеленського говорять про необхідність поглиблення власне співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ну, це конечно. Ніяк не корелюється з паном Голобородько, з тим образом, який був. Роль МВФ в економіці України позитивна, негативна, чому? Смотрите, ролей много різних, но якщо МВФ где-то в мире отказывается от сотрудничества с какой-то страной, в эту страну не идут инвесторы. Это для инвестора означает повышенные риски. Идут спекулянты только. А у спекулянта какая задача придя? Мало вложить, больше забрать и быстро это сделать. Поэтому сам факт сотрудничества Украины с МВФ очень важен для, как гарантия для инвестиций. Это раз момент. Второй момент. Ну, в фильме там были какие-то скрытые условия, где нам что-то диктовали. Я не знаю, когда администрация Зеленского столкнется с какими-то скрытыми условиями. На сегодня все условия, которые выдвигает МВФ Украине, они понятны и прозрачны. Я считаю, что сотрудничество полезно. Почему? Потому что если бы не было этого сотрудничества, мы бы не провели реформу, не создали антикоррупционный суд. Мы бы не создали НАБУ, мы бы не создали САП. Я не говорю об их качестве сегодня. Но самого факта не было бы, потому что МВФ перекредитованием все время нас заставлял делать какие-то реформы. Понимаете? Если мы хотим с вами прийти к тому, что мы хотим жить по западным стандартам, они нас устраивают, то нам нужно сотрудничать с международными финансовыми институтами. Они просто будут не давать нам проспать и будут нас толкать все время в этом направлении. Если мы не хотим переходить на те стандарты, нам не нужно тогда ни ассоциация с ЕС, ни МВФ, ни Всемирный банк, нам никто не нужен. Мы будем грабить себя сами. Чи є всі реформи, які пропонує МВФ, ефективними і для всіх країн? Тому що по-різному відбувалося реформування. Опять же, вони йдуть всі по-разному, тому що у кожної країни свої особливості. Общее правило МВФ заключается в одном. Правительство, занявшее деньги, должно показать, где оно возьмет их, чтобы нам отдать. И поэтому МВФ, как любой арбитражный управляющий, да, кризис-менеджер, подходит именно с такими требованиями. Сократите свои расходы, чтобы вы могли нам отдать. Сделайте что-то, чтобы увеличились ваши доходы. И тогда мы вам поверим, дадим денег, и деньги для вас будут дешевле. Если мы не понимаем, как, деньги для вас будут дороги. А если мы видим, что вы нас дурите, ну тогда без нас, пожалуйста. То есть, если посмотреть вот с этой позиции, то все действия МВФ логичны. Но при этом есть еще определенные пожелания. Ну, так же, как для Украины антикоррупционная программа. Почему она была так проведена? Потому что МВФ и вся мировое сообщество видит именно в уровне коррупции в Украине главную угрозу ее экономики, ее государственности. Поэтому они сосредоточились на этом. В Греции они сосредоточились на социальной политике, потому что там социальная политика такая, что ну, работать людям не надо, но денег им надо давать. Они увидели там эту проблему. Поэтому каждой стране свой подход.
Власне, оголошення України банкротом. І, відповідно, немає такої необхідності платити по боргах по своїх. Це є добре чи це є погано? Це плохо. Тому що це різні, плохо. Різні думки змішалися. Ні, це плохо, однозначно плохо. Почему? Тому що весь цивілізований мир з банкротами прекращає свою роботу. Все. Ми не обладаємо достатніми ресурсами для того, чтобы хотя бы обеспечить себя. В Советский Союз у него была политика железного занавеса, он не зависел от импорта. Сегодня Украина очень зависит от импорта, и очень большая доля критического импорта. Это те же медикаменты, те же энергоносители, то, без чего нельзя прожить. Если мы оказываемся в изоляции, извините, мы просто сдохнем физически, потому что нам не будет поступать то, что необходимо для элементарного обеспечения жизнедеятельности. Поэтому все разговоры о том, что это красиво, мы их всех кинем и снова пойдем, это разговоры, знаете, такие очень провокативные, очень опасные. Команда президента Зеленського заявляє про необхідність запровадження ринку землі. Звучать навіть сроки до кінця цього року. Наскільки це добрим чи поганим для економіки і для жителів безпосередньо села і України загалом? Ну, я не пам'ятаю в останнє час ні одного правительства, ні одного президента, який би не заявляв об цій необхідності. Вопрос не в тому. Пані Тимошенко завжди була проти, Ні, наскільки я знаю. Вона за сохранення мораторію, ну, якщо слухати її внимательно, то вона не проти ринку землі. Она за сохранение моратория, потому что тот рынок, который предлагался, не учитывает ряд моментов и ведет к тому, что в отдельные руки может сосредоточиться весь земельный банк. Вот давайте посмотрим, что такое рынок земли. Немножечко так. 5 минут экскурса. Первый аспект – это земли сельхоз... Во-первых, давайте говорить о том, что речь идет только о землях сельхозназначения. На земли промышленного назначения уже рынок давным-давно открыт, он работает. Земли сельхозназначения имеются те, которые в государственной собственности. Вот это первый объект рынка земли. То есть приватизация недоприватизированного. Здесь может быть и хорошо, но вопрос, кто, с какими намерениями и как зайдет на этот рынок. Насколько он будет открытый. Разбирай, кто хочет. Или же это будет какое-то временное, там, как французы делают там 10-15 лет аренды, а потом, если мы увидим, что ты на ней нормально хозяйничаешь, мы тебе разрешим продать, может быть, но аренда гарантирована, понимаете? Или же это будет громадным пулом продано каким-то фондом. Ну вот Ливия в свое время создавала аграрный фонд, Китай создал несколько аграрных фондов, там, по-моему, на десятки миллиардов долларов. Если этому фонду уйдет вся земля державной власти, сельхоз, призначення, ну це буде погано. Тепер второй аспект цього ринку – це та земля, яка сьогодні розпайована, де граждане, які жили в сільській місцевості, отримали свій пай землею. Більшість з них сьогодні не працює на землі і здає цю землю в оренду фермерам. Тепер представили собі поле, яке має внутрі 10 пайов. І власник пая, который в середине поля, вдруг говорит, ты или повышай мне в 5 раз арендную плату, или я продам вон соседнему фермеру этот кусок земли. Вы поняли, о чем я говорю? Так, да? Звичайно. То есть, нарушает, если рынок земли нарушит деятельность аграрных предприятий, создаст им угрозу, это очень плохо. Если он выстроить приоритеты так, чтобы те, кто обрабатывает землю, имели возможность ее и приобрести, а не платить аренду, это хорошо. Они закрепятся, потому что на сегодня, обрабатывая паевую землю, фермер не знает по окончанию договора аренды, будет ли он продлен. И, соответственно, относится к земле. Да? Если у вас ресурс короткий, вы пытаетесь его выжать. Если у вас ресурс длинный, вы пытаетесь ему продлить жизнь. Отсюда и севообороты, и все остальное. Про президентська сила політична «Слуга народу», власне, декларує те, що вона є ліберальною за своєю суттю. Ліберальна економіка для українських реалій є прийнятною чи на ваш погляд? Я взагалі сторонник ліберальної економіки. Чому і у чому її суть? Її суть в тому, що государство менше вмішується і створює щадящі режими.
И это всегда хорошо, потому что на либеральной модели, в принципе, поднялись все основные западные игроки, такие как Германия, Франция, Италия. Основные экономики поднялись именно на либеральной модели. Поэтому рынок должен регулировать себя сам. Сегодня мы видим, что и на Западе государство пытается усилить свою роль в экономике. Создает дополнительные там, какие-то органы надзора, выстраивает более жесткие правила и так далее. Но мы еще не увидели, что это дает какой-то положительный результат. Поэтому при жестком государственном регулировании и переделе через бюджет львиной доли ВВП мы уже прошли, мы знаем, чем это чревато. Поэтому я считаю, что экономика должна быть либеральной, разрешительная система должна быть заявительной, а органы, которые несут ответственность за безопасность жизнедеятельности людей, должны работать эффективно, а не сидеть на выдаче справок и получении взяток. Ну, давайте поговоримо про такі політекономічні питання. Скажімо, зараз після виборів, як президентських, так і парламентських, фактично виконавча та законодавча влада концентрується, якщо можна так сказати, в руках однієї політичної сили. Як це може відобразитись на вітчизняній економіці? І чи веде це до лібералізму, власне? Ну, вести воно може, як говориться, куди хоче. Куда угодно. Почему? Потому что концентрация в одной политической силе всей полноты власти – это, с одной стороны, большие возможности для реформ, с другой стороны, большие спокусы для коррупционных деяний. А куда она пойдет, мы не знаем. Но угроза есть и там, и там. Поэтому в этой системе отсутствуют противовесы и механизмы, скажем так, сдерживания. Это плохо само по себе. А насчет способствовать ли оно будет либерально, мы увидим по тому, какой путь будет выбран. Путь реформ или путь диктатуры. Ну, все-таки, наскільки я знаю, при деяких диктатурах була ліберальна економіка. Згадаємо того ж Піночета, згадаємо того ж Сінгапур. Це залежить, знову ж таки, від людини чи від системи? Это зависит, є таке поняття, від політичної волі. Если люди пришли во власть для того, чтобы остаться в веках, их имена остались в веках, как Пиночет и Камью, то они это и сделали. Если люди пришли для того, чтобы набить свои банковские счета, ну, мы это тоже видим. Останнє питання, власне, лишається мало часу. З доларом, з іноземною валютою, на вашу думку, яка буде ситуація найближчим часом? Ну, якщо в цю ситуацію не будуть вмішуватися адміністративно, хоча цей процес вже почався, міністр фінансів сьогодні пыталась виговорити Національному банку, що він плохо бореться з укріпленням гривни, то гривна буде стабільна і буде крепнути. Тому що я завжди говорив, що наша національна валюта, вона недооцінена. Ею все время играют. То ли в интересах импортеров, то ли в интересах экспортеров. Большинство выигрывают экспортеры. И сегодняшнее заявление Маркова – это как раз, опять же, на руку экспортерам. Поэтому, если не будут, я говорю всегда, когда правительство не занимается работой, а своим отдыхом или своим трудоустройством или выборами, у нас всегда все хорошо. Как только оно начинает работать и пытается что-то регулировать, все становится плохо. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з економічним експертом Михайлом Крапивком. На все добре.